Всем доброе утро. Ну что, наш отпуск подходит к концу. Сегодня последний день, полный день. Уже чуть-чуть хочется домой. Соскучились по Ромке, по Пушку. Так что домой уже потихоньку хочется. Что мы сегодня будем делать? Наслаждаться последним днем, купаться, кушать, потом вечером соберем чемодан и выйдем сюда в лобби, будем ждать нашего автобуса. Улетаем в 22:00, это по-турецки, а если по-немецки, то в 21 час мы будем улетать. Вот так. А потом мы прилетим, получается, поздно в Германию, это с субботы на воскресенье. В воскресенье буду целый день, наверное, стираться, а в понедельник рабочий день. У меня работа, Марсель в школу пойдет, бассейнчик. Как бы хорошо в отпуске не было, домой все равно хочется. Отель скоро будут закрывать на зимний период. Закроют его 4 ноября, а откроют его 24 апреля следующего года. Ну, это не все, конечно, отели. Некоторые отели работают и весь сезон, и на Новый год. И потому что я уже приезжала в Турцию, специально отмечали здесь Новый год в Турции. То есть это была и живая музыка в отеле, и большой накрытый шикарный стол. Это было, по-моему, в Алании. Мы приезжали. У нас была компания большая. Так, а вообще сказали вот девчонки на ресепшн тут, что в мое время, когда я сюда приезжала, это 2013 и 2015 год, в основном были только немцы, вот, или русские немцы. А сейчас, как 3 года, он стал известен для русских туристов. То есть стали сюда приезжать русские с России. Конечно, и в то время приезжали, но если это было пару человек, то хорошо. А сейчас в основном, скажем так, 70-80% это русские с России. Ящерица такая была большая. Так что потихоньку его начинают уже узнавать и в России. Вот это вот здание, это здание номер 13. Здесь тоже живут люди, и, как сказали, его будут ремонтировать. Скорее всего, то, что на следующий год в нем тоже будут отремонтированы комнаты, так как во всех корпусах ремонт сделан. Последние солнечные ванны принимаю. Комнату мы продлили до 4. Да, до 4 мы продлили. По идее, надо выходить уже в 12 всегда. А мы продлили до 4, заплатили 10 евро, и в ней можем остаться. Потом поужинаем, и приедет за нами автобус. Но погода портится. Вот с этой стороны туч нету, а вот напротив тучи есть. Погода портится. Музыка играет, отпуск у людей продолжается. А мы сегодня домой. У меня такое ощущение, что сейчас ливанет дождь. Поднимается ветер, тучи. Нам сейчас идти ужинать, а потом улетать. Что-то мне не хочется в такую погоду лететь. Нам стол такой приготовили. Красивенький, прощальный. Все, чемоданы собраны. Покажу сейчас наши чемоданчики. Стоят наши чемоданы. Ждем автобуса. Автобус должен приехать через 2 часа. Моя сумочка.
которую я купила. Беру с собой вручную кладь. И скоро будем дома. В аэропорту взяли себе булочку, а Марсель пиццу. Сидим, кушаем. Через час будем взлетать. Булочка с колбасой и сыром. 5 евро за нее заплатила. А пицца кусочек стоит 3 евро. Take off.